Коронавирус не избавляет темпы, появляются новые штаммы, а число выявленных случаев не опускается ниже 70 заболевших. По данным Федерального оперативного штаба, за истекшие сутки в Чувашии заболели 89 человек. Не справились с болезнью 11 жителей Чувашии. По всей республике работают мобильные пункты вакцинации. Бригады врачей находятся преимущественно в многолюдных местах, чтобы привлечь как можно больше жителей. Волонтеры развешивают объявления на стенды у подъездов и ближайших домов. Так и Александр Сергеев пришел в ДК «Салют» на вакцинацию. Переболел в октябре прошлого года. Не хочется рисковать. Решил себя таким образом подстраховать. В прошлый раз оделся легким испугом. Не дай бог еще раз. Мобильные группы работают с 4 до 7 часов вечера с понедельника по пятницу. По пути с работы жители могут прийти в один из таких пунктов и быстро, без очередей, сделать прививку. Мобильный пункт вакцинации от стационара ничем не отличается, кроме того, что это удобно для пациентов. Все санитарно-эпидемиологические нормы соблюдены. Все перчатки, маски, шапочки, все обрабатывается после пациентов. А те, кому за 60 или кто не может выйти из дома, могут пригласить врача на дом. Он сделает прививку от коронавируса так же, как и в больнице.